В Гусь-Хрустальном сгорела квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в четверг в начале 9 вечера, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Возгорание произошло в одной из квартир дома на улице Ленина. Пожарных вызвала соседка. На место прибыли 14 человек и 4 единицы техники. Спасатели увидели дым в одной из квартир. Очаг возгорания находился на кухне. Хозяева, мужчина 83 лет и женщина 86, сидели на полу около входной двери. Запертая на замок изнутри дверь не открывалась. Пожилые люди оказались в дымовой ловушке. Пожарные через окно проникли в задымленное помещение, открыли дверь и помогли выйти пожилым супругам на улицу. Спасенных передали медикам, рассказали в пресс-службе МЧС. Для спасения людей привлекали звено газодымозащитной службы. Очаг возгорания на площади 3 квадратных метров был ликвидирован в течение нескольких минут. Причина пожара в настоящее время уточняется сотрудниками отдела надзорной деятельности. Очаг пожара располагался около стиральной машины, поэтому пока предварительная версия, возможно, неправильная эксплуатация данной техники.